коллектива состоится сегодня в Большом зале культурно-досугового центра «Московский». Академический хор был организован в 1937 году. Этот заслуженный творческий коллектив – неоднократный лауреат всесоюзных, всероссийских и городских фестивалей. В 1968 году за достижения в области хорового пения коллективу присвоено почетное звание «Народный коллектив». В сегодняшнем концерте примут участие все ведущие творческие коллективы культурно-досугового центра. Вход свободный. Нет, нам ниже, но...
Может, микрофон не работает?